понедельник, дом, семья. Стрижка, благоприятный день, можно снять с себя большое количество отрицательных эмоций и нерешенных проблем, накопившихся в жизни. Благоприятный для покраски. Ногти, проводите профилактику гинекологических и урологических заболеваний. Состригают печаль, тоску, комплексы и неприятные воспоминания. Энергия, инь. Ключевые моменты. Эмоциональная луна управитель понедельника. Понедельник называют трудным днем, и не зря, ведь управляет им эмоциональная, впечатлительная луна. Луна связана с психическим состоянием человека, поэтому в понедельник труднее оставаться спокойным к раздражающим факторам, трудно спокойно выслушивать критику. В этот день все мы становимся более чувствительными, эмоционально уязвимыми, нам легче впасть в уныние поддаться чужому влиянию и наплывам плохого настроения. И если рядом с нами в понедельник находятся нытики, угрюмые пессимисты, то и мы можем стать такими же. На наше настроение будут оказывать сильное влияние окружающие и прежде всего люди с лунным характером, эмоциональные, ранимые, плаксивые, пессимисты. Толпа, из кого бы она ни состояла, подчиняется влиянию эмоциональной луны, поэтому, если в понедельник человек оказывается среди толпы, его душа становится еще более уязвимой, отчего а может произойти ухудшение настроения? Как вести себя в этот день? Что делать в понедельник? Эмоциональная Луна склоняет к душевному разговору, и, если вы хотите понравиться кому-то в этот день, достаточно начать душевную беседу, сочувственно вникнуть в чужие проблемы. В этот трудный лунный день люди особенно нуждаются в понимании, психологической поддержке и вас запомнят. Если вы дадите это окружающим. Лишь капля участия, и человек запомнит вас, станет уважать и ценить. Луна, планета водной стихии, нередко она создает в наших душах слезливое настроение. Но именно так, с подкатывающими слезами, строгающими душу речами можно добиться от начальства в этот день повышения зарплаты, отпуска или отгула, добиться оказания вам любой поддержки с чьей бы то ни было стороны. Слезы, эмоции, откровенные рассказы о своих проблемах станут средством для достижения любых ваших целей в этот день. Ненастойчивые требования. Нелогическое объяснение ваших просьб, а речь с призывом к сочувствию, и окружающие дадут вам все, что вы попросите. Однако лукавство, обман, рассказы о проблемах, которых в действительности нет, не принесут успеха. Луна усиливает чувствительность, интуицию. И обман в этот день особенно легко почувствовать и разоблачить. Понедельник — день честности, открытости, а для хитрецов есть другой день. Грех понедельника. Старайтесь не унывать в понедельник, следите за своим душевным состоянием, пусть разум контролирует ваши эмоции. Ведь уныние ⁇ один из семи смертных грехов. Конечно, унывать вредно всегда, в любые дни недели, в любые месяцы года, но особенно опасно это чувство в понедельник, так как в этот день оно может глубоко проникнуть в вашу душу и стать плохой привычкой. Как улучшить отношения с родственниками? Занимаясь в понедельник лунными делами, мы привлекаем в свою жизнь все те блага, которые связаны с Луной. Например, Луна заведует родственными связями, семьей, и, навещая в понедельник родственников, мы укрепляем свою семью. Помогаем атмосфере своего дома стать более гармоничной. В понедельник лучше всего навещать старых родственников, звонить им, всячески напоминать о себе, выполнять их просьбы. Ходить в гости к родственникам можно в любой день, но сделав это в понедельник, мы улучшаем отношения с родственниками. Родственники будут долго помнить, как вы пришли к ним в этот день, поэтому, если вы не очень-то любите такие походы, делайте это в понедельник, чтобы ходить приходилось реже. Под влиянием эмоциональной луны человек ищет успокоение, бальзама для души. И луна приводит его в уютный дом окружает лаской и заботой. Именно в понедельник очень важно больше внимания уделять супругу и домочадцам, быть внимательным к желаниям окружающих и стараться их выполнять. Без ссор и конфликтов проведенный понедельник станет залогом мира в семье по крайней мере на неделю, до следующего понедельника. Именно понедельник – самый удачный день для домашних дел. Генеральная уборка перестановки мебели в этот день принесут эмоциональное удовлетворение. Луна поможет навести порядок дома. Многие не могут жить среди беспорядка, как будто чувствуют, как внешний беспорядок создает хаос в их душе. И, занимаясь уборкой в понедельник, мы автоматически наводим порядок и в своей душе, ведь ею, как и сферой дома, управляет Луна. Одиноким людям, мечтающим о семье, тем, кто хотел бы улучшить отношения с родственниками или обзавестись потомством, полезно в понедельник заниматься всеми лунными делами, благоустройством дома, поддержанием отношений с родственниками, заботой о близких, покупками вещей, необходимых в хозяйстве. Можно читать книги о материнстве и детстве, разговаривать с женщинами о проблемах материнства, общаться с маленькими детьми, ведь Луна заведует темой материнства и детства. Лунные занятия усилят поток лунной энергии на вас, что автоматически улучшит обстановку в вашем доме. Отношение к вам со стороны родственников привлечет к вам человека, способного стать вашим супругом, супругой и духовно близких людей. Бесплодные люди, привлекая к себе энергию Луны, смогут со временем заиметь потомство. Привлечь к себе лунную энергию в понедельник можно облачившись в одежды постельных тонов из мягких, приятных на ощупь тканей, ведь Луна — планета уюта, она принадлежит водной стихии, размывающей яркие краски. Чем меньше в человеке лунной энергии, чем хуже его отношения с родственниками, чем меньше в его жизни близких по духу людей, тем дольше придется привлекать энергию Луны, занимаясь по понедельникам лунными делами. Подарки Луны если вы хотите улучшить отношения с человеком, помириться с кем-то или просто угодить другу, пригласившему вас в гости в понедельник, подарите ему вещь для дома, полезную в хозяйстве. Или бесполезный сувенир, но такой, чтобы его можно было повесить на стену, поставить на полку, чтобы эта вещь стала частью дома. Покупая в понедельник цветы для подарка, лучше также выбрать близкие к луне белоликая луна дает любовь к бледным тонам. Поэтому лучший букет понедельника из белых и иных бледных цветов, белых лилий, ромашек, кал. Кто поможет реализовать желания, возникшие в понедельник? Желания, возникающие в понедельник, как правило, бывают навеяны окружающими или являются сиюминутной прихотью. Поэтому быстро забываются. Но если вы намерены воплотить его, ищите поддержку у родственников, у любых женщин-матерей. Ваше желание может реализоваться во время контакта с маленькими детьми, когда вы отправитесь в мебельный или хозяйственный магазин, то есть во время заботы о доме. Зная порядковый номер месяца личного года на момент возникновения желания, можно получить полную картину о способе реализации данного желания. Например, желание возникло в первый месяц личного года в понедельник. Тогда вам нужно заявить о своем желании родственникам. Если оно возникло в течение второго месяца после дня рождения, вероятно, родственники дадут вам денег для воплощения задуманного, но потребуют вернуть деньги к определенному сроку, и вам придется не спать ночами, много работать, чтобы выполнить обязательства. Что делать в понедельник? Как улучшить здоровье в понедельник? Луна эндокринная и пищеварительная система. В теле человека Луна заведует пищеварительной и эндокринной системой, образованием и выделением жидкостей, молочными железами. Чтобы улучшить работу органов и систем, связанных с Луной, укрепить их. Можно в понедельник устроить молочный день, ведь Луна заведует молоком и молочными продуктами и в них много лунной энергии. Кроме того, к луне относятся продукты брожения, например, пиво, квас, квашеная капуста. Такие продукты тоже дают нам лунную энергию, укрепляя органы, управляемые луной. Желудок в понедельник особенно уязвим, поэтому в понедельник опасно переедать. Для улучшения состояния пищеварительной или эндокринной системы более скорого исцеления больных молочных желез в понедельник выгодно начинать их лечение, голодание или пост. С луной связаны аллергические реакции, поэтому понедельник самый подходящий день для начала лечения аллергии. Голод или пост в понедельник очистит вашу внутреннюю луну, избавив от повышенной эмоциональности и впечатлительности. Быть красивым в понедельник. В день влажной Луны лучшим способом приведения в порядок внешности станет принятие ванны, обильное питье, накладывание влажных компрессов на проблемные участки кожи. Так как Луна управляет молочными продуктами, в понедельник лучше вспомнить о народных способах улучшения внешности с помощью масок из сметаны или кефира.